Знаете, Анастасия, в период кризиса мы сокращаем штат. И, к сожалению, нам придется вас уволить. Уволить? Право, я не понимаю, почему. Я справлялась со всеми своими обязанностями. Отчеты были сданы, договоры подписаны, заказчики довольны. Объективных причин я не вижу. Объясните мне. Вы поймите, пожалуйста, одну вещь. В нашей компании работают самые лучшие сотрудники. Вы хорошо справлялись со своей работой, но да, самых лучших. Не дотягиваю. Нет. Что ж. Вы не волнуйтесь. Зарплату, которую вы должны были получить, вы получите. Премию, которую мы обещали, вы тоже получите. Мы дадим вам хорошие рекомендации. Поэтому я не думаю, что у вас будут проблемы с трудоустройством. Если что, мы замолвим за вас словечко. Поэтому тут вы тоже можете не беспокоиться. Не беспокоиться. Мешать мне работа. Говорите мне не беспокоиться. Так бывает, поймите. Я потащу вас за собой, милая моя. Каким же способом? Я же знаю всю вашу подноготную. И что вы будете делать? Ваша черная бухгалтерия, уклонение от оплаты налогов. Кому вы это скажете? Кто вам поверит? Вы думаете, у меня нет копий документов? Что я не постраховалась на подобный случай? Вы думаете, что мы не сделаем, что это уже документы? Ну, вы же знаете прекрасно, что все документы, которые хранились у меня, являются подлинными. И экспертиза это подтвердит. Ну, посмотрим, чем это закончится.